Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Вчера я, к сожалению, не успел записать серию. Вот только сегодня добрался, и я боюсь, что нас очень низко скинули с Лиги Сёгунов, которую мы с тобой заработали в понедельник. Так, ну что, давай глянем, наверное, в магазине, что у нас есть, чтобы можем с тобой приобрести. Так, у нас мало откатов, 12 штук. Ну, тут можно посмотреть рекламу. Окей, так, ладно, в магазине. Так, подожди, в бой. Глянем, куда нас сбросили. О, Лига Самураев, 2 звезды. Ёк-макарёк. А чему ты удивляешься? Рэй, вот чему ты удивляешься? Если ты не был в игре сутки, даже больше. Конечно, после буста быстро скидывают. Мы это, в принципе, знаем. Но обычно нас скидывают до Лиги Самураев 3 звезды. А тут аж до 2 понизили. Ну что, получается, сегодня будет мини-буст очередной. Мини-буст, и пройдем, наверное, какое-нибудь испытание. Наверное, возьмем Лига Лео. Ну что, начнем с заданий. Так, пройти серию испытаний. Быстренько сейчас прошуршим. Давай-ка вот сюда, наверное, прилетим. Быстренько здесь всех разворотим и уже пойдем спокойно выполнять аренку. То есть сегодня мы опять с тобой, скорее всего, отыграем всех персонажей, которые у нас есть. И тем самым, я надеюсь, мы вернемся в Лигу Сёгунов, но уже не 1 звездочка, а хотелось бы 3 звездочки. Но это я губишки, конечно, раскатил. Фигушки нам этого позволят. Так, а, он провокацию взял, ё-моё, я думаю, что такое, мне же надо было... Естественно, зэка бомбануть. Окей. А у этого отложенная смерть? Так точно. Получи. Переходим на 2-ю волну. И смотрим, кто у нас тут. Змейка Вюн, Рокзар, Бибоп. Давай вот так вот сделаем, чтобы побыстрее. Упс. Бибопчик, наверное, накроем. Раз. Теперь Рокзара. 2 и Змейка Вьюна. 3. Все. Серию испытаний прошли. Теперь нам нужно сразиться в поединках. А это мы будем делать на прокачку. Мы стали Микеланджело, да, с тобой прокачивать? Или Паукуса? Кто-то написал в комментариях, не стоит тратиться на Паукуса. Или все-таки не... Да, мы нейтрализатора начали качать. Так что, ребята, продолжаем. Нужно найти 2 наушников. Мимо. Мимо. И опять мимо. Здоровски. Да хорош. Какую-то кубу дают мне зеленую. Вот, одни нашли. Опять зеленая колба. Да дайте мне наушники-то в конце концов. Ё-моё. Вы издеваетесь сейчас, а? Вот, наушники получили. Значит так, нам нужно с тобой найти еще 8 пультов управления. 8. Комиксы какие-то выпадают нам. Так, пульт выпал. Кстати, мы уже выполнили задание, ребят. Давайте-ка завязывать уже с этим делом. В следующих сериях будем искать. А здесь заберем с тобой награды. Понять уровень персонажа. Сколько мутагена? 16,5 тысяч почти, да? Поэтому у нас будет прокачиваться... Рафаэль Фильм. Опачки, 53 уровень. Он довольный, как всегда. И я тоже очень доволен. 53 уровень. И забираем здесь остаточки. Все. Так, сколько у нас? 80... Ой, это откаты. Жетоны, где мои жетоны, ребят? Что-то я не могу понять. Ну-ка в магазин зайдем. 31. 31 монета всего лишь. И 380 жетонов. Да. А я думал, что сейчас можем прокачать. Прокачали называется. Ладно, ничего страшного. Поехали на турнирку. В Лигу Самураев мы с тобой очень быстро вернемся. Это я тебе точно говорю, потому что... Ну, ты сам видишь. Ранг 18. Причем здесь 44 уровня. Мы можем с тобой даже справиться... Одного паукуса взять, я думаю, это будет рискованно слишком.
Ну вот такой командой 100% должны зайти. Даже наши самые слабые персонажи уже имеют 44-45 уровень. И падать с одного удара они здесь вряд ли будут. А Змейка Вьюн, естественно, сейчас шарахнет. Будь здоров. Да, будь здоров называется. Твою налево. Так, минус Эйприл. Давай, наверное, вот сюда шваркнем. Да чтоб тебе. Ну, по крайней мере, у них пониженная атака. Давай их бросим туда лимонки. Так, минус Лео. Донни выжил. Критовку делаешь? Это тебе не поможет, парень. Но все равно как-то напряжно, согласись. Я думал, что Змейка Вьюн бомбанет, и они все упадут. Но не тут-то было. Ну, угу. Не вернулись. Чуть-чуть не хватило. Я их понял. Ну что ж, давай продолжать тогда. Нет, давайте ко мне 14-18, пожалуйста. Вот, другое дело. Так, здесь я возьму Ванюшу, наверное, да? Ванечку возьмем с тобой. И к нему присоединим вот этих наших ребят. Тут достаточно либо одной базуки, либо одной пулеметной дроби, чтобы они все тут отдуплились. Давай с базуки бомбанем. Вот об этом я тебе и говорил. Тем более базука у нас прокачана. Соответственно, фул урон. Так, двигаемся дальше. Наконец-то вернулись мы в Лигу Самураев. Три звезды и продолжаем. 14-18. Окей, вполне устраивает меня этот отряд. Я возьму, наверное, здесь Бакстера Стокмана. С его массовой, естественно, атакой. Раз, два, три, четыре. Вот недавно подписчик один спрашивал: Рэй, кого лучше взять, Крысиного Короля или Криса? Но он не уточнил, какого именно. Хотя у нас здесь только один Крис Брэдфорд, да? Тогда, получается, я тупанул. Я, в общем, написал так, что на твоем бы месте я бы выбрал Криса. Криса Брэдфорда. Почему, ребят? Ну, пускай у него нет массовых атак, в отличие от Крысиного Короля, но у него есть достаточно сильный баф. Причем их даже два. Первый баф идет на защиту, а второй баф идет на возможность повесить контратаку, что немаловажно. У Крысиного Короля что? Только стая крыс, но опять же ее надо прокачать, чтобы она действительно была мощной. Но он сам по себе ватный. Крис Брэдфорд хотя бы может за себя постоять. Крысиный Король я не уверен. Хотя я утверждать со 100% гарантией тебе не могу, потому что он у меня не прокачанный. Кто-то говорил, что он топовый, когда его прокачать по фулке. Но я в данный момент высказал свое мнение исключительно из того, что есть у меня в данный момент в игре. То есть, меня спросили, что бы ты сделал, я бы сказал, я бы взял бы Криса Брэдфорда. Все. А может быть, там и не Криса Брэдфорда, может быть, там Кейси, потому что я еще призадумался. Потому что Кейси и Джонс, их разные. То есть, там есть, который у нас с бейсбольными битами. Потом у нас есть, который с шокерами. То есть, два вида Кейси Джонса. Наверное, да, он не про Криса Брэдфорда спрашивал, а про Кейси Джонса. Ну, в любом бы случае, я бы, наверное, взял бы Кейси Джонса все-таки. Вот у нас один из них, да, который у нас с шокерами. И второй, это уже Кейси Джонс фильм, который идет с двумя бейсбольными битами. Я даже не могу его найти. Вот он. То есть у нас два вида Кейси. Но, если честно, мне больше нравится почему-то вот Кейси фильм, чем вот этот. Не знаю, это личная моя симпатия. Хотя тут тоже вопрос спорный, да? Тут вот этот Кейси, он уже может, по-моему, бросить баллончик с краской, насколько я помню. То есть у него есть тоже массовая атака. У того Кейси точно нету. У Кейси фильма. У него, по-моему, ни одной массовой атаки. А с другой стороны, если подумать, в таком случае выигрывает Крысиный Король. Да? Именно по своей мобильности. То есть у него есть... У него же ультразвук, по-моему, да? Если не ошибаюсь. У него ультразвук и причем еще крысы.
Но все равно у меня душа не лежит к именно крысиному королю. Все прекрасно знают, что есть персонажи, которые мне нравятся, есть, которые мне не нравятся. И это, наверное, у многих. Не может быть такой, чтобы все герои тебе здесь нравились. Например, мне не нравится Кирби. Меня очень разочаровывает наш этот пульверизатор Тимати. Но с этим ничего не поделаешь. Всегда в любой игре есть топовые бойцы и лопушки. Так, мне что-то не нравится, что у нас тут происходит, друзья. Это что за фокусы, я не понял. Ну-ка. Да ё-моё. Да завалите вы, пожалуйста, Эйприл-то, ёк-макарёк, ну. Сейчас доиграемся, чувствую. Давай вот так вот, супер ударом. Тыч, готов. Мондагека сопротивляется. Несмотря на то, что Мондагека такой вот кажется ватненький, мне нравится все-таки, ребята, то, что он дает ускорение нашей команде. Ну, вообще своей команде ускорение. И то, что у него есть вот этот тоже баллончик с краской, где он может заблокировать все твои спецспособности. Так, ребята, а мы уже в Сёгуна, кстати. Что немаловажно. Так, ну что, 14... О, 15-19. Нормуль. Возьмем с тобой нашего кролика Усаги. Поехали. Ну, тут, естественно, все будет на изи. Одна вертушка мечами, и эти ребята падают. Давай. Ну, еще раз повторю. Тут, друзья мои, как бы главный аспект вообще в этой игре, все-таки массовые атаки. Если вам, например, хочется взять вместо баффера массовика, то берите крысиного короля и прокачивайте. Возможно, если вы его прокачаете полностью, да, до сотого уровня, плюс вы ему вкачаете скилл вот этот на крыс тоже по фулке, возможно, он и переплюнет там и Кейси Джонса, и всех остальных, да? То есть нужно пользовать. Я еще раз повторяю, ребят, не спрашивайте, а лучше пробуйте сами. Через ошибки это самый лучший вариант. То есть, если ты боишься как бы ошибиться в своем выборе, можешь посмотреть, например, мои предыдущие серии, где я получал того или иного персонажа, и там все будет видно, и практически о каждом я высказывал свое мнение. Ну, по крайней мере, тех, которые у меня есть. О каждом. Кто хорош, кто плох. Ты, конечно, замучишься искать эти серии, потому что их очень много, но, тем не менее, будет полезно. Вот я, например, здесь очень хотел бы прокачать вот этого Донателло. Мне нравится его массовая атака, плюс мне нравится то, что он может хилять команду свою. То есть, можно сказать, что он один из топчиков. Хил и плюс массовая атака. Чего можно еще пожелать, я не знаю, ребят. У нас таких, по-моему, бойцов и нету, которые могли бы и хилить, и еще иметь массовую атаку. Нет, у нас есть Супер Шреддер, но... У него, как тебе сказать, хил не такой, который не сразу действует, а постепенно я его называю. То есть он применяет его и спустя там сколько-то ходов потихоньку-потихоньку бафает свою, точнее, хиляет свою команду. А Донателло, вот этот вот маг, он именно сразу захиливает. Что иногда бывает очень-очень полезно и нужно. Так, отлично, здесь наклонили. И я думаю, кролики все-таки справятся здесь, надеюсь. Красавчики. Вот, например, до сих пор не могу накопить на этих кроликов. Нет, было бы желание, можно было бы. Но это сколько времени, ребят, сколько нужно этих монет потратить. И я решил, что вначале мы с тобой в магазине скупим всех персонажей, которые подешевле стоят, да? И уже потом будем с тобой приобретать кроликов. Наверное, они будут чуть ли не самыми последними. Так, ну что у нас тут? 15-19, да, кубков дают. Армагон, твоя очередь выходить. А ему-то чё? Ему только смешно будет сейчас разносить этих вражин с одного удара, с одного валуна. Он просто хихикающий будет здесь побеждать их. Поверь. Смотри внимательно. Хлоп и готово. Все, он только посмеялся им в лицо. И пошел дальше. То есть для него это, как говорится, забава. Тем более 45 уровни. Для него забава, а для нас, ребята, это огромное преимущество, потому что мы сейчас с тобой вернемся уже в Лигу Сёгунов 2 звездочки.
А вы не хотите мне дать 15-20? Или 16-20, как у вас там идет? Нет, не хотят. Ну что, вернем к жизни Супер Шреддера. Ну, как я тебе и говорил, сегодня мы действительно отыграем всех персонажей. Их осталось не так уж и много, еще, наверное, поединков 5. А за 5 поединков мы, наверное, можем с тобой все-таки в Лигу Сегунов 3 звезды дойти. А там уже и до топчика недалеко. Как он красиво и жарит, а, Супер Шреддер. Просто чуф, всех под откос, да? А кто выживает, на тех вешает постепенный урон, после которого они отдупляются. Ну что же, Сёгун 2 звезды. Так, мастер меня ждет. Мастер, Лига Мастеров ждет нас. И не дождется никак. Берем Армагона. И берем вот этих вот ребят. Слушай, ну смотри, потихоньку, да, мы с тобой прокачиваем практически львиную долю наших бойцов. До 55-х скоро пойдут 60 уровень. Это, конечно, круто, на самом деле. Потому что, ну, 60 уровень, там уже начинаются полутоповые бойцы. То есть там остается их прокачивать, им скиллы, соответственно, поднимать их в платиновый ранг. Соответственно, у нас сразу команда может поменяться кардинально, причем мы сейчас с тобой играем именно теми персонажами, которые у нас лучше всего прокачаны, да? Именно на арене, именно вот в испытаниях берем именно прокачанных. Мы же не берем с тобой там каких-нибудь салабончиков, которые будут фейлиться, нет. У нас есть определенная пятерка топовых бойцов в данный момент. Она сформировалась не из бухты-барахты. Она показала себя во всех предыдущих поединках. То есть мы прекрасно знаем, на что они способны. Да, бывают какие-то отклонения, небольшие там процентовки, но это не страшно. В основном это топчик. Но в этой игре есть один большущий минус. Мы деремся всегда не самыми топовыми бойцами. То есть 80 уровень здесь предел. И если бы здесь дали бы возможность соточку, ну, например, мы сотого уровня и враг сотого уровня, это, я считаю, было бы более справедливо. Хотя, хочу подчеркнуть, будь они на сотом уровне, мне кажется, мои бы сотого уровня бойцы не смогли бы их одолеть только по одной причине, что у них по фулл прокачке идет. Понимаешь, фулл прокачка. То есть у меня, например, что-то не вкачано, а у них уже все, все есть. И они меня, естественно, будут побеждать. Ну ладно, хорошо, пускай не сотый уровень, пускай будет хотя бы максимально 90-й. Вот 90 уровень было бы, наверное, самое то. Там можно было бы еще действительно как-то поспорить в каких-то аспектах. Но 80-й, мне кажется, это слишком занижено. Именно для самого топового ранга это слишком заниженный параметр. Так, ну что? Сёгун 3 звезды, друзья мои, уже не за горами. Я единственное, что переживаю, хватит ли у нас бойцов. Они у нас просто на глазах тают. Смотри внимательно. Раз, два, три, четыре. Получается еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это уже 3 боя. Раз, два, три. 4 боя еще впереди. Но в Лигу Сёгунов 3 звезды мы заберемся, это точно. Слушай, я тебе скажу, это неплохой результат. Кстати, до 3 звездочек доберемся. Там уже будут Лига Мастеров, да? Завтра у меня еще будет время. Коротенький, ну как коротенький, я пойду в ночь завтра. То есть будет время еще поиграть. И я думаю, мы, даже если нас скинут в Лигу Мастеров, может быть, даже до 2 звездочек доберемся. Главное мне не забывать все время перед тем, как я начинаю снимать серию, собрать откаты. Я уже сколько, ребята, откатов этих профукал, на самом-то деле. Очень много. Если бы я бы каждый раз перед заходом в игру смотрел бы эту рекламу, да, и получал бы 10 откатов, у меня бы уже накопилось, наверное, штук 40 в запасе бы точно было. И не пришлось бы тратить те же самые доллары. Так, не понял, кабан, совсем обурел. И не пришлось бы тратить те самые доллары, да, потихоньку бы мы их копили бы и все. Тем более нам нужно покупать эти телепорты, которые очень быстро у нас заканчиваются. Так что, ну что, ребята, еще один поединок. И мы с тобой в Сёгунах. 3 звездочки, это будет шикарно. Так, давайте ко мне, пожалуйста. Вот. Спасибо. Раз, два, три, четыре. И возьмем с тобой Усаги. Подожди, нет,
У Саги рискованно брать. Потому что здесь уже 61-62 уровень. Ну что, поехал, Армагоша, давай. Главное, муху снеси, а остальное все ерунда. Он всех снес. Ну а что ты хотел? Он такой, он парень агрессивный. Ему, как говорится, только дай команду фас. А вот и Лига Сёгунов. 3 звезды. Шикарно. Ну что, давай отыграем с тобой уж полностью наших бойцов. Не понял. Это все, что у нас осталось? Серьезно? Да, быстро как-то так. За чашечкой кофе мы с тобой, да? Полубустик сделали. Кстати, кофе у меня уже закончилось в пушке. Надо идти наливать. Так, ну что, погнали. Кстати, вот излюбленный вопрос подписчиков у меня, да? Когда будет видео с вебкой? Я уже объяснял, друзья мои, 100 раз. Это касается и вебки, это и касается, почему я так тихо говорю. Насчет тихо, я думаю, вы помните, да, что я вам объяснял? Что живу на съемной квартире, где стенки чуть ли не из фольги. То есть любой мой крик, смех или еще что-нибудь, какое-то возмущение, возражение слышит весь дом, вся 9-этажка. Вот. А по поводу камеры, ребята, все вещи у меня на новой квартире, в которой сейчас делается ремонт. Я ее туда отнес, я очень много туда. Там и консоль у меня лежит, хотя хотел поснимать игрушки для второго канала. Но это все там у меня лежит, и как бы забирать я не хочу. Ну, опять туда-сюда таскать эти шмотки надоедает на самом деле. Поэтому как только переедем, не знаю, когда это будет, сразу все будет у нас и вебка, и шмепка, и стримы, и все. Так, ну что? Меня сбили с панталоги, я уже забыл, что я хотел сделать-то. А, ну конечно же, испытание, ребят. Что это мы? Пойдем на Лигу Лео. И начнем. Так, секунду. Ну что это за облом такой сегодня, а, друзья? Ну что это за облом? Лига Лео и дают вот несуразицу какую-то. Естественно, мы с тобой пройти сразу все это не сможем. Тем более все вот эти вот события, все испытания, которые нам дали, лишь потому, что команда, ну, вообще не сбалансированная. Тут и 52 уровень, и 70. То есть в данный момент у меня только Ванька, Шреддер и Карайка могут дойти далеко. Это где-то, наверное, до 5-й волны, скажем так. Кирби и Макман будут убираться автоматически, потому что они не справятся там. Их будут просто рвать как жертву. А я этого не хочу. А мы сейчас посмотрим, кстати, докуда нам вообще нужно дойти. Так, эпизод 3, эпизод 4 нам нужно обязательно пройти. Ну, а до 7 я не дотянусь. Поэтому остановимся тогда на 4 эпизоде. Тем более Леонардо Космос у нас скоро и так апнется за те же самые монетки. Так что переживать не стоит. То, что мы его там не получим. Так, бегут мои ребята. Ну, здесь понятно, здесь даже Кирби чувствует себя королем по сравнению с 20 и с 25 уровнем. Так, и 3-я волна. А здесь, по-моему, нет босса, да? В этом событии, по-моему, нету. У нас из боссов кто? Робот Ирма, Химера, 2 друга Голема. Какие у нас еще-то есть боссы? А, мусорщик. Этот Крэнк-помойник. И большой Маузер. Но это когда мы проходим испытания в комиксах. Да. Больше я боссов и не припомню здесь. А, вру. Еще же у нас этот, Шреддер есть. Шреддер и... Ну, Супер Шреддер, это уже понятно. Это уже платиновые события. Я имею в виду на обычных, если брать, то все. 6-й канал еще, да, по-моему, если не ошибаюсь. Классический Шреддер там выходит. Да. В этом, по-моему, нет у нас никаких боссов, так что проходим на одном дыхании. Так, минус гриб. Завалили. Так, ну что, мы с тобой получаем ДНК на нужного нам черепашонка.
Леонардо видение. Так, и вот у нас Леонардо ролевой. Это последний, кто нам нужен. И уровень уже, кстати, противника 45-й. Я думаю, они справятся здесь, да? 52-й и 52-й. То есть Кирби и Макман идут нога в ногу по уровню. Пилотирование. Ну вот смотри, ну что это? Ну Кирби, ё-моё. Хотя его тоже можно понять. Он же все-таки не боец, он хиллер. Он идет как, ну, помощь. Поэтому всегда нужно ему прикрывать зад его. А зад прикрывает кто? Обычно Ванька, да? Какой-нибудь танк. Провокатор. И так далее. И третья волна. О, Леонардо Космос затесался сюда. Ну-ка, Ванюша молодец. Просто своим кастетом ему пробил табло. И Макман добивает все. В принципе, больше нам с тобой делать ничего здесь и не нужно. Идти дальше рисковать, ну, 100% не сможем пройти. Да и тратить лишний сыр, я думаю, не стоит. Кстати, подожди, а что мы здесь с тобой можем фармить? О, смотри-ка, здесь можно попытаться вытащить ролевика и видение. Че, попробуем? Давай рискнем. Опачки, сразу Лео видение нам выпадает. Неплохо. Так, кружка. Книжка. Так, золотой осколок. Серебряные осколки. И Леонардо ролевой. То, что нужно, ребята, то и достали. Вот обожаю, когда так происходит все. Нам точно они нужны? Так, посмотрим. Леонардо видение. Ролевой, ребята, нужен. Как ты видишь, 84 ДНК из 100. И Леонардо видение тоже нужен. Так что это круто. Так, у нас даже еще осталось с тобой 18 сыра. Мы здесь больше никого не можем заполучить. Но здесь шансы, конечно, малы. Потому что тут два ненужных нам. Можем пройти вот это. Можем. Ладно, уговорили. Уговорили, пойдем, пройдем. Так уж и быть. Так, кстати, какой уровень-то? 50-й, ё-моё. Стопы, ребят, надо тут уже своими ручками играть. Потому что, ну, Кирби 52-го уровня и Макман, они могут упасть. Оу, щит. Минус. Кирби, ну, да, вот, вот об этом я и говорю, что ни шиша у него не получится. Так, третья волна. Блин, у меня и масухи-то нету. Твою налево. Чувствующе. Ага, вот, наше спасение. А вот здесь, как мы будем справляться, без понятия, без массовых атак, плюс грипп еще тут прошивает этот. Все, начнется сейчас, да? Уклоняшка у нас есть. Повесилась. Это Карайка, ребят, постарался. Давай, ураганчик свой выпускай. Так, мы еще и меткость им понизили. Это круто, на самом деле. Так, какой же тут Лео самый противный. Ну, давай попробуем этого снести вначале. О, то, что нужно. Найс. Попал все-таки, да? И добили. То есть, ну, ты чувствуешь, да? Уже сложно играть. Потому что, ну, 50 уровень. Боишься вот за этих Кирби, за всяких там Макманов, чтобы их, не дай боже, не уронили. Так, ну что, попробуем. У нас с тобой две попытки есть. Бинокль. И жетоны. Ну, не сработал. Что я могу сделать? Так, друзья. В следующей серии мы уже пойдем с тобой на девичью силу и будем полностью ее проходить. Так, что у нас там? Ага, у нас сыра не хватает. Я знаю, что там дадут нам топовую команду, и поэтому с закрытыми глазами просто пробежимся. Опачки, уже ежедневочка выпала нам, да? 18 монет дали.
Есть сыр. Есть сыр. Давай-ка мы с тобой, наверное, попробуем тогда поискать чуть-чуть на нашего нейтрализатора. 7 пультов. Рискнем найти. Раз. Два. Так, главное за откатами смотреть. Так, три. Не откатай, а телепорты. 4, 5, 6. И последний. 7. Вот так-то. Ну что, прокачиваем ему до 5-й ступени. Нормуль. Это ручная пушка, которая крепится у него вот здесь. На запястье или вот здесь. Так, а дальше нам нужно с тобой что? До последней ступени, до предпоследней, до 6-й нам нужно с тобой 10 ящиков с инструментами плюс 3 ячейки крэнгов. Но самый главный это вот это, ребята. Самый главный для нас скилл. Кстати, его можно будет... Вообще, по идее, нам выгоднее, ребят, прокачивать в первую очередь. Не вот отсюда начинать, а с массовых атак. Давай-ка мы, наверное, в следующей серии начнем прокачивать ему ракетный залп. Тут 8 комиксов противных. Хорошо, что у нас есть с тобой вот этот вот монокль. Ну, монокль, бинокль, я не знаю, как это называется. И один из кружек. Кружки, в принципе, довольно легко фармятся. Вот журналы эти, комиксы плохо идут. Так, и у нас с тобой есть 21 тысяча мутагена. Соответственно, прокачиваем наших дальше персонажей. Маг. А, это Крип. Крип, что-то я на Маг подумал. Раз, два, три. 54 уровень. Неплохо. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя.